Там, не знаю, мы вчера сходили, убили нормально. Ладно, всем остальным, кто не попал в мейн состав, я извиняюсь. Соболезно. Да, типа, блин, не могу. Подожди, подожди. Синдикат это у нас... Мой холи половина. Хапал, это хапал. Ну, Алисочка хапал, этот... Хао, ДЦ у нас, хилы закончились. Войт, это Редрик был. Ты давай, подожди, давай ты дашь, короче, хатагами мне, а сам пойдешь на варе просто. И, ну, одного ДДшника сожжешь. Просто, чтобы у меня танк был. А я вторую попробую собрать. Ну, давай, хорошо. Подожди, а малыш без сыши же аэродроп получается, да? А, подожди, кто? Нет, подожди. А хил, блядь, хилов-то нихуя нет. Подожди, а малыш без сыши аэродроп? Это рестер, да, блядь. Давай, типа, я с тобой пойду с синдикатом по хилю, а малыш без сыши по хилю ты срезан. Без проблем. Давай так. Давай. У меня просто еще Влада есть, он будет кататься к цели. Давай так. О, все, давай. Три руля первый раз ты поедешь. Ну, ты три БРочи. И тагамича, да? Десяточки. Давайте тогда, все, удачи. А хитагами вместо кого? Отцов, туплю. Хитагами вам отдать надо. Ну, он Тёма фура же. Так, я не понял, что за мутки. Разделяемся на две. Тёма не фура, Тёма этот. У Тёмы только Накс остался, остальное все на КД. А, бля. Бля, ну это хуйня, потому что где-то еще танка найти, бля. Даже сейчас мы, блядь, нас еще с Кашу ловишь, или нет? Мы тебя не доберем. Нужен МТ нормальный, парни. А может в Этерал написать? Ну, проси. Блядь, давай. Ну, он артстайл пишет, что хочет найти, берите его. А, ну убери артстайл. А, во, ну что гор артстайл нам ему забрали. Артстайл. Не, артстайл. Ну давай, короче, подожди. Ливайте, короче, и плюсуйте в гильдию, я сейчас инвайты раздам. Давайте. Кто, давай. Блин, у нас кто-то ливнул, господи. Вы ливня, нет, в это, у среза... Малыш, бесстыж, ну-ка вернись. Кто ливнул, малыш, бесстыж. Я понял. Я не понял, что у вас за мутки, ебаный. Дай мне ассисты, я вара возьму. Из Этернала, блядь. И ты знаешь, кто это? Кто это? Не Антошка, случай? Нет, это Райс. А, Райс. Так, кто еще там, блядь? Я оставил. Еще один ДД нужен. Или танк. А у тебя сова? У меня есть сова, у меня есть, блин... Не, вот. я эту маску, маска сова. У меня рестер. А, я типа с тобой хилю? Ну да. А мы с тобой вылезем? Ну, хуй. У тебя вроде плюс-минус одеты. Там. Плюс-минус, да, ну типа, блядь, хилить все равно надо. Ну ладно, смотри. Да там-то хилить, блядь, типа хуй знает. Смотрим. Ну, ОКОС мы точно вывезем, Накс, я не знаю. Накс, может, там лот хиба, я хуй знаю, то там будет. 75 тел, чего 10 на то и хочет. Так, а кому ты еще инвайт не дал? Кто еще, блин? У нас 5 чел. Напиши в этом в Дискорде. Так, как Войд, ты у нас в ретрике раздаешь кулаки М5, Лисочка каски. Так, мораль, ты как? Чувствуешь, что ты справишься с метками с новыми? Или они их пофиксили, не видели? С какими именно? Ты за искры говоришь? Ну да, в смысле, с искрами. Ну я не успею, надо быстрик заливать. Я, ну, типа, могу, типа, станут, притянуть, типа, ну, может, ТПшницу в прошлый раз 25-ки. Ну, значит, будем быстро заливать.
Так, Рок, ты в тактику умеешь? Тебе рассказывать не надо, что перед мордой не стоим и так далее. Ты в смысле... Нет, в смысле тактику не знаешь? А, ну все, отлично. Запускаю тогда. Сейчас я чуть-чуть ближе к центру передвину на всякий. Я и Алисочка похилим, не переживайте. С хвоста. Угу. Лё. РДД, перемещаемся в метку. Она слишком быстро прилетела. А, она уже все, все классно. Да, да, да. Метку синюю перемещаемся, РДД, и убиваем быстро искру. Все, быстро. Все встали. Этот Гер, давай БЛ там и так далее. О, отлично. Сейчас я перемещу чуть-чуть поближе. В лужу летаете? Улетаете? Великий, вы из лужи можете. Ладно. Так. Не, ну это бред. Ничего-ничего, повезло нам. Повезло, что они сломали механику. Так, давайте. Сейчас Эрдру перебеги в ту сторону. Все, давайте заливаем ее. Отлично. Максимально на все бабки, потому что сейчас переход фазы. Не забываем в куполе стоять. Маги, скорее... Снимайте с них ускорение, забирайте себе. Так, прожимаемся. Молодцы. А вот паладин жесткий, Алисочка. Паладин хил жесткий. Я все пытаюсь догнать ее, короче, получается.
Мечтай грамотного хапала догнать, давай. Перебежали в другой купол. Быстренько в купол забежали. Молодцы. Последний, да? Да, последний. Так, кто у нас может поанонсить эти херовины? Я хилить буду, мне немножко неудобно будет. Ребят, искры, кто-нибудь поанонсит? Смотри, дай озарение. Зачем тебе озарение? Маны мало. Так пофигу на маны уже. Да? Как? Ты сейчас на драконе будешь. А, ну все. Ой, я всегда здесь умираю. Сегодня не для должен. Для того, чтобы не умирать, нужно держать стаки на себе. И щит прожимать, когда Малекос на тебе уставится. Перелетели. Прилетели. Печенька, встань, кто там далеко отошел. Ого, чуть коньки нет, двинул от вашей печеньки. Прилетели. Перелетели. Чё сделал херовый? Отсасывай. На, спаси. Всё. Прилетели. Прилетели. Что-то вы далековато. Ну да ладно, давайте в кучу. Да все, уже нет. Огонь. Да блин, один раз не увидел за этих спешек. Забирайте сердце, кому надо. У, какие вещи. Как всегда, не повезло, не фартануло. Чё там, ВС? Кому надо забирать? Малыш, Бестыж, я вот сильно сомневаюсь, что латная вещь тебе нужна. Ой, я не увидел, а ты чая не увидел. Я просто смотрю, выносливость интеллекта и думаю, да, ты чай. Чё, какой следующий рейд? Вот лапы нужны мне. Есть вот, а, нет, хотя... И это мне тоже не надо. Хотя нет, надо.
О. Я куда-то полетел. УС, да, летим? Да, вы летим в УС. Делаем плюс два. А можно еще раз пати? Да, хорошо. Зачем ты вышел? Потому что я... Потому что ты это ты, я понял. Да, да. Да, ты просто... Кто да. Кот? Да, 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 это походу слышу он. Кот там что-то провода сгрыз или что, блин? Да, не кот, провода, а электрики приехали. Да, а, электрики сгрызли пьяные провода, вспомнил. Фига ты историю придумал. Так на ходу, на ходу. Да это же мы его к этому в статик, как его, это... Это Владивосток, мужики, я вам говорю, тут нечего ожидать, как бы. Тут к лабу в статик, может, точно. Бля, лететь далеко не полечу. У меня у птицы, короче, это крыло сломалось, она лететь не может, у меня в самолете. Не, иди посыпок. О, спасибо. Я как раз спроситься хотел. Ты прям по мыслям уже это догадываешься. Не зря меня РЛом поставили. А чё это? Фля, кто забрал ботинки? Не знаю. А, Мося. Мося, зачем тебе? Бойко, да, открыли уже. Четыре босса первые доступны. Мося. А не пойму, у нас Элизабет в рейды не ходит, потому что одетый? Он доспех одевает, что ли? Я не знаю, в принципе, что с этим человеком. Как бы недавно этот, я увидел в чате, что он что-то орал, спросил у него, что случилось. А он, короче, это заморозился. Я так понял, что ему камешки кто-то не сделал, и он ушел в этот, в тильт. Хотя ПМ мне, допустим, никто не написывал. Ладно, я отошел поссать. Я думал, ты уже все. Я сейчас в инсте уже. Молодец. А плюс 2 или плюс 3 будем проходить? Ну, плюс 2. Давайте не будем плюс 3, это такая притятина. Пустом этот... А, лисет. Добыча. Можешь поставить каждый сам для себя? А у нас групп лут стоит, зачем тебе КЗС? Ну, да, руда просто. Ну, КЗС стоит, что-то... Ну, в смысле, ладно, я тебе поставил, но на групп луте можно собирать руду без проблем. А, понял, я, ответственно, не ставил. Тут как бы все свои, кроме Бойки. Но если что, я прослежу, чтобы у него шмот не воровали. Ну, можешь вернуть тогда уже, я понял. Да, я что-то подумал, что в групповой тоже этот нельзя добывать. Ой, будь здоров. Спасибо. Ну, то есть все уже примерно долетели, кроме малыша без стажа. Заходим тогда в инст. Господи, как этого человека зовут? Кот смешной, заметка. Да.
Малыш, без тыш, ты жив там? У тебя интернет еще не умер? Господи, ладно. Давайте все в Оникс. Малыш, без ты что, все там жить, нет? Не обходим, а убиваем. А то в прошлый раз мы подумали, что он слабее всех остальных, и просчитались. Рога, ты в курсе, что из воидов выходить надо? Или ты там коша прожимаешь? Бессмертный. Это холипал у тебя бессмертный. Нормально все делает. Может, она и похилит одна, я хотя побегу. Ну, вернее, не в коте, как бы это стрёмно называть, котом. Ну, до босса, в принципе, я могу тебе позволить это делать, но там дальше уже будешь стараться. Выжиться, котать, все дела. Да ладно, Филипп, поругаться начнете. На нижних строчках ДПС и видеть. С нет, чего вы ради? На трэш? О, да, сейчас бы в топ ДФС на трэше дать, это так полезно. Нихуя себе, у нас тут ювелиров, ебать. Говорю, ювелиров много. Да.
сейчас чисто попросим линкануть. Вот это угоралка будет. Линкануть профу? Изи, сейчас. Профу, какую линкануть? Какую из пяти, да? Я тоже могу линкануть эту профу, но... Тише, но... Причем даже твою, да? Вот так, но... Ну, у меня побольше будет камыш. А у меня она вообще 413. Это же камни нагребаю. Просто в связи с тем, что у меня танку нужно капы собирать после каждой замены шмота, приходится все новые и новые камни затаривать. Недавно затаривал вынос меткость. Что ты говоришь? Извини. Еще у меня есть репарис на ДК. У меня, в принципе, так же самое. На камне на мастерство выносливость в таком плане. Мастерство метка с камня. Я тоже уже такие затарил себе. Просто у меня еще жена хапал, поэтому у меня еще и на интеллект есть теперь. А, вот тут помню, здесь у меня на инту камни, не? Че? Не-не, ничего. Так, мораль в танк. Так, у нас кто-нибудь умирал? Ну да. Давайте вот рыба кушаем. Я чуть не умер. Я помню, крысолак такой упал. Нормас. Погнали. Я подержу трэш, ты босса. Пуляй. Стена 5 секунд. Кер, давай, погнали. Рога, дебить другого дракона. Давай, на трэш. Вот, соседи, на трэш, на миник. С головы, с тела. Аккуратно. Если дракон на вас бежит, вы подводите его ко мне, к танку, который миников бьет. Добиваем шадрон. Молодцы. Дракончиков ко мне подводят. Так, уворачиваемся от умности. Инер пошаман.
АУЕ дали по драконе. Портал. Так, в портал быстренько все бежали, кроме малыша Бестыжа. Затыкнула мне. Огненная стена. Сходство. Все в дракона вливаемся. Изи катка. Напоминаю, что ролите, пожалуйста, тут на main spec. Если вам это нов, надо тоже нажимайте нит. Но как бы смотрите, пожалуйста, не жадничайте. Сходство. Особенно это касается котов и рога. Вот у нас пух, чтобы его не обтереть. То будет говорить, что в легенде одни жулики. Так это штука про меня пока. Это жулик главный. Да про тебя там можно. Огненная стена. Я не против того, что вы будете забирать вещи на рестора там и так далее, если вы бегаете котом. Как бы я в принципе не против, если вы будете на рогу ролить просто. Ну, в смысле, на кота своего. Там же одинаковый шмот. Просто смотрите это. Не рольте все подряд. Сходство. Я просто этот увидел, как малыш Бестыж латные шмотки забирает, и поэтому это предупреждаю, что такого не наблюдалось. Я просто глаза долбил. Я просто буду вынужден тогда поменять систему разрола, что немножко нас заменит. Больше такого не повторится. Хорошо. Я когда сейчас так говорю, сам себе не верю, но ладно, я буду стараться. Космонавт. Вот это я на ДПС. Молодец. Десятки — это хорошо. Я тупо босса взорвал. Красавчик. Погнали, Накса. Как он там говорил? Я буду ковыряться в зубах вашими костями. И от него в итоге осталось